Сегодня же Владимир Путин провел встречу с руководителями агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Главные темы – улучшение инвестиционного климата, продвижение российских компаний, подготовка кадров для промышленности и перспективных отраслей экономики. Как заявил президент, агентство стратегических инициатив приносит реальную пользу. Владимир Путин высоко оценил усилия агентства по улучшению бизнес-климата в стране, а также его вклад в решение социальных проблем. Мне очень приятно об этом говорить, потому что организация, которую мы с вами создали, она оказалась не мертворожденным ребенком, а живым, активным и растущим, развивающимся. Это здорово, повторяю, потому что есть результат. Он касается и оценки, а значит и подготовки в конечном итоге нужных экономике кадров. Вы прямую участие в этом принимаете. Вы занимаетесь социальными проектами. В этой связи хотел бы поблагодарить тех, кто создавал фонд для людей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. Знаю, что у вас есть и предложения определенные о том, что и как нужно сделать в ближайшей перспективе. Давайте об этом поговорим. Сегодня развитие техники позволяет людям с ограниченными возможностями не чувствовать себя людьми с ограниченными возможностями. Мы хотим эту отрасль, именно средств для инвалидов, средств для людей с ограниченными возможностями, очень сильно, ну, в общем-то, привести ее в тот вид, в который она должна быть, чтобы всем это было доступно, чтобы люди не ограничивали себя вот в развитии.